Сегодня видео с котиком, а причина тому – комментарии, которые оставляют некоторые настоящие художники. Оказывается, я рисую, как поет Ольга Бузова. Похвала это или оскорбление? Якобы, если мне платят за работы, это еще не значит, что я стал художником. Я просто удачный проект. То есть кто-то пришел ко мне и такой: «Эй, парень, хочешь быть марионеткой? Мы будем говорить тебе, что делать, за ниточки дергать, деньги платить, а ты сиди рисуй, только плохо, чтобы успех пришел, чтобы на тебе все заработали. А если будешь хорошо, то тебя сразу в союз художников позовут, и коллеги будут уважать, вы вместе будете скидываться на водку и обсуждать, где купить дешевый разбавитель». Признаюсь, котика написал не я, а мой папа, по моей просьбе, так что я удачный проект своего отца, а хейтеры дают пищу для ума и делают все, чтобы ролик стал удачным. Оценил иронию? Ставь лайк.